Бюджет Шымкента на 2017-2019 годы внесен ряд существенных изменений. Заместитель акима Шымкента Гульнар Курманбекова, выступая перед депутатами, говорит о том, что в бюджет города необходимо внести ряд изменений, связанные они в основном с вопросом улучшения благосостояния граждан. Ведь сокращенные по одной из статей средства пойдут на строительство коммуникаций и ремонт дорог. По отделу жилищно-коммунального строительства у нас идет сокращение 2 миллиардов 8 миллионов тенге. Эти средства планировалось направить на благоустройство берегов реки Бадам, сейсмоусиление многоэтажек и прочие нужды. Мы предлагаем направить их на прокладку инженерных коммуникаций и строительство двух новых школ. 738 миллионов, которые планировалось направить по линии отдела пассажирского транспорта, хотели бы перенаправить на строительство и ремонт дорог. Депутаты такое предложение приняли единогласно. Тех, кто был бы против, не оказалось. Аким города поблагодарил народных избранников за единодушие в этом вопросе. У вас есть свои обещания, которые вы давали своим избирателям. У нас свои, и мы должны их выполнять. А прокладка коммуникаций – стратегически важный вопрос, потому что этим мы улучшаем условия жизни людей. А это значит, что работа, которую начал акимат, будет продолжена. И пусть не сразу, но в дома горожан придут качественные коммунальные блага. А дороги областного центра, которые неоднократно подвергались критике, станут лучше.